В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается судебное разбирательство по делу Мухтара Аблязова. Сегодня там выслушали показания Ергали Бегимбетова, бывшего председателя правления страховой компании «Лондон Алматы». Он проходит по делу свидетелем. Выяснилось с его слов, что некоторые невозвратные кредиты застрахованы были этой фирмой, которая в то время являлась дочерней компанией БТА банка. У стороны обвинения есть основания полагать, что договоры банка со своей же страховой компанией были фиктивными, так как кредиты выдавались на несколько лет, а вот страховки лишь на год. Вместе с тем суд отклонил ходатайство адвокатов подсудимого Садуакаса Мамеша. Они просили назначить почерковедческую экспертизу по 15 документов, которые, по версии защиты, Мамеш не подписывал. Только в связи с тем, что защита представила только копии документов, провести по ним экспертизу невозможно. И напомню, суд над бывшим руководителем БТА банка Мухтаром Аблязовым, который скрывается за границей, проходит заочно. Остальные фигуранты дела – Жарембетов, Мамеш и Садыков – дают показания в суде.